Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру по названием Зуба, и сегодня будем играть за пчелу Сьюзи, в очередной раз сегодня, да? Как говорится, много пчелы не бывает, у нас сегодня ивентик будет интересный, надеюсь, мы дойдем хотя бы до сюда и, возможно, хотя бы глянем, оценим, что по жетонам на финальной этапке, потому что ивент рассчитан на 2 дня, а значит, здесь же, ну, очков должно быть где-то под 800, как минимум, поэтому не рассчитывайте на то, что вы сможете пройти этот ивент очень легко, да. Будем играть за пчелу. У нас получается ситуация, что 15 очков за бой будет, если за королеву выпускного балла Сьюзи играть. Если за других вот друзей, которые тут есть тоже. Ну, видите, тут студентка Яра, старший курсник Лев Дюк, черлидер Лизи. И все, да? И все. И как бы за них 7 очков, плюс 5, ну, 12 очков против 15, как бы все равно будет значительно влиять. Поэтому, за 1 килл имею в виду, да? Поэтому будем играть именно так. Ну, 150 очков за 10 киллов, это, считаю, нормально. В принципе, можно будет, наверное, за боев 6-7 пройти, если будут бои хорошие. Но, судя по рейтингу, будет немножко весело. Ну, в общем, погнали. Посмотрим, что у нас получится в итоге. Пчела, в принципе, персонаж сильный, мощный. Немногие могут противостоять, но пчелу могут задушить. Это вот минус, который у пчелы есть. И этот минус нужно учитывать, когда вы деретесь против... Ну, когда вы играете соло бои. Да, именно так. В реальности, наверное, лучше... Нормально. У меня просто слов нет, ребят. Просто нет слов. Просто нет слов. Как вам? Не сгорел. Нет, не сгорел. Не сгорел. Просто животное на хамелеоне. Не, ну, так-то он сделал все правильно. Он воспользовался всеми своими преимуществами. В принципе, здесь ничего не особенного нету, но... Мне было неприятно, то что вот по таймингам это сложилось так, что он все смог притянуть, даже дробовик. Это было неприятно, но ничего. Как говорится, игра все равно расставит все на свои места. Просто единственный момент это то, что время. Время потрачено в никуда. Киллы, как говорится, не сделаны и... Ну, 3 килла это боты, да? Ой, и убегать, ну вот интеллект, видите, хлебушка, хлебушек, почему, потому что у него краб 15 уровня, он спокойно развалит пчелу, он взял и убежал, интеллектуально одаренный краб, у меня замедление повесилось, как вам, а чего, животное на крабе, а чего, замедление могло повеситься, о боже мой, феромоновый, неадекват, просто феромоновый неадекват. Интеллект, хлебушка, интеллект. Все верно, ребят, именно так. Я извиняюсь за то, что я бомблю, просто не из-за хамелеона еще сгорел. А сейчас продолжаю гореть, потому что, ну, бесит. Что это вот за замедление только что было, вы поняли? Я так понимаю, пчела сама себя замедлила? Я что-то не помню у краба замедления никакого. Но оно было, да? Очень странно. Очень-очень странно. Кто тут бегает? Они просто бегают и бегают. О, сандальный святой баг. Понимаю, понимаю. Тоже предметов нету, да? Против Рави, конечно, будет весело играть. Очень сильно весело. Пчела провалилась под текстуру. Нормально. Ладно, давайте Рави на потом оставим. Здесь какие-то друзья, вот он. Хамелеон? Это не ты, друг, который... Да в смысле, ну... Что за... Что за бред... Я сейчас сгорю, ребятки. У меня просто так горит. Он мне еще копьем попал. Из-за этого животного на Равика. Да не... Что случилось? Фу, спокойно, спокойно, не горим. А, у него копье дальше. Ну, конечно, у него... Нормально все, ребятки. Все нормально, просто я немножко сгорел. Знаете, что самое интересное? Это то, что он делает в соло-боях. Что он делает? Как вы думаете, на Равика с этого уровня в соло-боях? Вот и я не знаю. Наверное, ивент проходит на Рави, на котором его не нужно проходить. Наверное. Животные окружают. Ну вот понимаете, почему я соло бои ненавижу, да? Это вот из-за этого всего. Из-за этих животных, которые в них играют. Опять же, Рави точно такое же животное. Просто. Ой, ненавижу эту душнину соло боев. Максимально ненавижу. Но, к сожалению, ивенты у нас приходят только в соло боях, да. К сожалению. К сожалению. Так бы их, наверное, в командных боях играл. Ну, очередной хамелеон. Который все притянет и все заберет, да? Очередной. Но деваться некуда, все животные убегают от тебя. Он хамелеон с кофем.
Животное тупое. Ну, я как бы говорю, как есть, ребятки, вы уж не обращайте внимания, что кого-то это, конечно, может оскорбить, но это правда, которая никуда не денется, к сожалению. Да, поэтому наслаждаемся игрой и говорим правду. Ладно, шучу, конечно. Мне вот нравится, сейчас ботика добью, а кто-то с него что-то залутает, да? Или кто-то другой добьет, не я. Нет, я добил, повезло. Легендарный дробовик теперь будет у меня. Капибара сейчас... Конечно, я до него ничем не достану. Хотя, может, достану еще? Ох уж эти ворота, да? Он увернулся, чтобы пойти потом зайти назад? Снова в ту же точку? Серьезно? Серьезно? То есть... Логика, логика. Увернулся от лука, чтобы через секунду в него зайти. Гениально, да? Я тоже так думаю. Ладно, что у нас по ситуации? По ситуации осталось 11 киллов. Из них я сделал парочку, наверное, да? Но тут как бы слов нету просто. Ну, ладно. Ладно, все нормально. Ник с 9 уровня бежит. И я бегу. Он бежит, и я бегу. Он бежит, и я бегу. Он уже умер, а я еще нет. Это успех. Осталось 7 противников. Ну, хотя бы пятерочку бы с них было получить неплохо. Было бы неплохо. Но автоатака с лука, видите, не стрельнула под купол, значит там никого нету. Бочки надо ломать, потому что, ну, у них по-любому кто-то сидит. Вы же знаете, это соло бои. Здесь любят бочки как никогда. Хотя в командных боях тоже многие любят. Очень многие. Я удивляюсь даже, когда их берут на 1500 рейтинга. Реально, там есть люди, которые берут инструменты. Серьезно, они не... Ну, вот понимаете, да? Так, ну что, хамелеона видно. Я его не догоняю, смотрите. Или догоняю. Ну, тут я немножко сократил дистанцию. Сейчас рублю сандали святого. Видите, просто этот как бы... Ладно, проехали. Просто проехали. Играем дальше. Главное киллы набивать. Вот, бачка сейчас залутаем. Бачок, ты, конечно, извини, что ты тут дрался с хамелеоном. Я пришел, мешаю тебе. Копье в никуда стрельнуло. Мне это нравится. Мне это нравится. Копье в никуда, это, конечно... О-о-о. Друг бачкалюб. Интеллект где? А нету. Нету. Кстати, он с бицухой был вроде бы. Вроде бы был с бицухой. Так, ну что ж, отправимся. Тут вроде кого-то я видел. Вот, Дона видел. Ничего себе, с феромонами. Ой-ой-ой, опасная Дона. Это было опасно. А зачем она стоит под турелькой? Непонятная Дона, но опасная, с феромонами. Вот я же говорю, они как-то реализуются. Очень странно. Да, гоняться за Никсом, конечно, задачка веселая. Прям очень. Да, очень веселая задачка. Но мы догоним, наверное, когда-нибудь спустя какое-то время. Так, отлично, этого догнал. Того догнал. Дона, эта зараза кину меня забрала. Вы представляете, а? Под конец, вы видели? Обидно, было бы сейчас 14 килл, и суммарно было бы очков побольше. Просто хочется ивент пойти побыстрее, чтобы вам показать очки, потому что я не уверен, что буду проходить его до конца. Ну, сами понимаете, почему. Потому что это душнина. Хоть и немножко веселая душнина, но душнина. Ну, конечно, беспредел, когда у Рави копье дальше бахает, чем у Челы, и ты такой, ну вот, норм. 206 очков. Что у нас было? 60, 110, да, это... Или 100 было просто на втором этапе. Вот я, честно говоря, не помню. Ну, давайте 110 считать. То есть 170 плюс 260, это 430 вроде, да? Да, 430. Ну, и тут где-то столько же еще, где-то 500. Где-то на 900 очков, я думаю, будет. Хотя, может быть, на финальном этапе будет 300 с чем-то. Ну, давайте, погнали, чё. В любом случае, узнаем, когда пройдем. Чего гадать. Норм 1400 рейтинга. Ну, кстати, у меня, да. У меня же тоже 1300 вроде как. Более-менее. Кстати, там был лев, стал пингвин. 10 уровень. А чё, был 1400, стал 1200. Вот это, конечно, печальное зрелище. Я попробую сейчас выехать за пингвином. Не знаю, правда, зачем я это делаю, но попробую. А чё он копье не залутал? Посмотрите на это животное. Не достанет турелька, нет? Ну, посмотрите на это животное с сандальными святыми. Как же горит, как же у меня сейчас горит. Вы не представляете, ребят. Такое больное животное. Вот реально, таким играть нельзя в боях. Им просто запрет надо ставить на игру. На игру. Им нужны отдельные бои, просто отдельные бои, чтобы они там такие же против друг друга играли, которые никого не бьют, которые будут сидеть до конца. Вот видите, да? Животное, просто животное.
Не обидно, ребятки, потому что я его убивал, он по итогу от меня сбежал и умер от другого. Мне дико обидно, потому что я потратил время, немало времени, да, возможности для победы потратил, потерял кучу всего. Ну сейчас мне еще минусанет енот 19, потому что я 19-му енота не противник, к сожалению. Адекватному еноту пчела не противник, ну как бы, минус энергия. Как классный бой, да? От самого начала было все уже понятно, ребят. По... Именно когда я увидел этого, как говорится, пингвина, да? Один пингвин, как в начале боя, охарактеризовал весь бой, в принципе. Как говорится, бывает, бывает, да. Там, кстати, 17 уровень где-то вот здесь вот справа был. Не знаю, что там за 17 уровень был, но он там был. Ну ладно, то дело такое, нам это, в принципе, не важно знать. Ботика убили, автоатака куда-то бахнули. Неважно, в общем. Какой-то здесь Луи бегает, интересно. А, 17 уровень Луи, ничего себе, интересно, какой Луи бегает. Действительно, очень даже интересный. Правда, он, мне кажется, интеллектуально одарен. Да, он был интеллектуально одарен. Он почему-то стоял и получал от меня урон. И не знаю, и сам урон не наносил. То есть я специально вот здесь, вот за текстурой стоял, наносил урон через, ну, через лук, через текстуру, через турельку, ну, через копье там. А он такой стоит и по домикам и ничего не делает. В общем, феромоны, кстати, использовал, да. Феромоны использовал, у меня, кстати, на Луи феромонов нету до сих пор. Не могу себе эту везучую роскошь позволить. Так, ну чё, закинем урончик. Енот здесь бегает, прыгает. Ага, сейчас, конечно. Обойдешься. Наглая морда. Офигеть, вот это енот, это я понимаю. Там любитель поубегать. Странно, конечно, происходит. Они с друга... Понимаю, два друга. Понимаю, друзьяшки, друзьяшки. Нормально так, да? А я в итоге добил Калу. Блин, слон успел залутать аптечку. А где он сбежал? Куда этот гад сбежал? Так, пчела здесь бегает. Надо бы аккуратнее с пчелой себя вести. Слона надо додушить, потому что слону нельзя восстанавливаться. Давайте, возможно, восстановиться. Потому что эта наглая морда будет мешать весь бой. Видите, он там с сандалями святого играет. Очень интеллектуальный друг. Сначала додушу слона, потом все остальное. Сначала слоник, ты у нас умрешь. Ты уж извиняй, без обид. Да, без обид, так сказать. Но сначала ты. Дона, не убегай в зону, а? Ну ладно, сойдет. Правда, одну аптечку по итогу я потерял. Надо бы ее залутать. Ну ладно, не получится, там ускоров не хватит. Придется выживать как получится. Наверное, сейчас турельку поставим прямо вот здесь вот. Пусть стоит, меня хилит. Пока поманеврируем. Генри здесь наводит кипиш. Надо залутать аптечку сейчас как можно быстрее. Да, аптечка с Генри, это, конечно, жестко. Ну и, блин, душнилы. Ай, капец. Просто душнилы. Ладно. Не повезло, не фартануло. Жесть. Вот это сборка неадекватная, капец. Ну, как говорится, у него, как говорится, 1200 рейтинга, тут ему и место, наверное. На 20 уровне с такой сборкой интеллектуальной. Ну что, давайте посмотрим, что у нас по очкам получилось. Киллов, конечно, ни о чем, как всегда. Ну, если что, я там через паузу вам покажу результат. Давайте сейчас один бой на паузе сыграю. И посмотрим, что там на финальном этапе будет. Смысл будет вообще или нет туда идти. Ну что ж, ребятки, я бой сыграл, просто хочу вам показать, рассказать. Ну чё, начался бой, я там пару убийств сделал. Пришли 19-й нот, пришла 20-я яра, оба с феромонами. Сначала один заферомонил, продамажил, потом яра заферомонил, продамажил. И я умер. Как вам, а? Нормально? Нормально. Заследи, ребятки, 5 очков не добил, как вам, а? Просто. Продолжаем. Ну что ж, ребятки, я наконец-то допрошел. Это... У меня нет слов, короче. У меня просто нет слов. Я на боев 5, считайте, с одним киллом провел. Как вам? Просто настолько душно. Такие больные животные там повсюду просто. Это невыносимо. Вот реально невыносимо. Это вот я последний раз, наверное, прохожу ивент на легендарный сундук. На этом рейтинге. Меньше, точнее выше 1000, ну как я говорю, 4+5. Нет смысла проходить. Только если вы сбросите рейтинг, тогда проходите нормальный ивент. Сейчас на этом рейтинге такая душнин, там почти каждый 20 уровень. Но это еще фиг с ним, что 20 уровень.
они душат по очереди. То есть ты одного побеждаешь, он убегает сразу же, да? Приходит на его место другой, и тот тебя добивает. И так каждый раз. Либо они вдвоем, втроем тебя душат. Ну, у меня слов нет. То есть они игнорят всех, но бьют чисто тебя. Ну, как бы, ой, просто смотрится. Словами не передать. Ну, надеюсь, вы поняли, что как. Будете душиться, удачи. Советую сбрасывать рейтинг, потому что проходить это со страданиями никому не советую. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.